Друзья, сейчас я нахожусь на улице Каспийская. Ранее снимал я вам обзор жилого комплекса «Удача Плюс». Вот он впереди, который находится. Сейчас, пользуясь случаем, что поехал в гости к своим друзьям, которые проживают здесь на 6-м этаже. Там есть предложение от застройщика на 6-м этаже квартиры. Такая вот придворовая территория. Здесь у нас детская площадка небольшая. Дом со статусом квартиры, все центральные коммуникации. Здесь есть газовое отопление, доплата за газ 170 тысяч рублей. Здесь у нас рядом прям проходит улица Каспийская. Автобусные остановки вот здесь справа-слева, в сторону Веселого у нас то направление, в сторону центра Адлера в том направлении. Магазин «Пятерочка», вот вы видите его фирменный знак, находится прямо рядом в шаговой доступности. По адресу Каспийская, 42Б, вот такой здесь вход. Квартиры все у нас здесь без балкона. Вот одна квартира на 6-м этаже у нас находится в продаже. Вот здесь у нас расположены почтовые ящички. В доме установлен лифт. Шестой. Нажимай. Он на таком же этаже живет. Да, он на таком же этаже с тобой живет. Ну, обычный лифт с зеркалом. Главное, работает уже. Да. С 6-го этажа смотрите, какой вид в сторону Олимпийского парка. Стадион Фиштвиль. На 6-м этаже. И вот такая вот квартира угловая с тремя окнами. Это ее распланировать можно в полноценную двухкомнатную квартиру. 51,1 квадратный метр. Стоит она 4 340 тысяч, по 85 тысяч за квадратный метр. Рядом у нас здесь строящийся объект, жилой комплекс Golden Look. Смотрите, там квартиры, которые с видом в сторону Олимпийского парка, вот в эту сторону, стоимость за квадратный метр 95 тысяч за квадратный метр. Здесь вид, конечно же, потрясающий. Вот, видите, как ее кто-то уже пытался распланировать. Но тут нетрудно догадаться, что здесь два окна, здесь одна спальня, здесь вторая спальня. И отдельно можно сделать кухню, достаточно, в принципе, не маленькую, с гардеробной с этой стороны, выделив там санузел. Плюс еще, кстати, доплата 170 тысяч рублей. Это вместе с газом, с газовым котлом. Большое панорамное окно, тоже здорово, когда у вас в спальне будет вид и панорама на море. Ну, в принципе, даже очень неплохо. Да, есть определенный минус, что рядом у нас проходит дорога, при открытых окнах слышен шум, но, как я уже ранее говорил, кому-то все равно, кого-то это не пугает. Многие жили рядом с трассами, там, не знаю, с МКАДами, поэтому, если отсутствие, к примеру, балкона вас напрягает, то вот по этот ригель, да, который вот выступ сделан, можно сделать лоджию. То есть застеклить вот это все пространство, сделать выход на балкон, и у вас получится застекленная лоджия. Ну, просто вот немножко вы тогда переиграете размеры ваших комнат, да? Несмотря, что мы на 6-м крайнем этаже, здесь бетонные перекрытия, в отличие от многих жилых комплексов, которые у нас строятся с мансардными этажами. Ну, а по соседству здесь также из жилых комплексов «Олимпия», где также уже далеко за 100 тысяч за квадратный метр с видом в сторону Олимпийского парка. Поэтому сравнение есть с чем. То есть 85 тысяч за квадрат в данном уже доме, где уже все подключены коммуникации, люди живут, статус квартиры.
И даже здесь проходит ипотека, друзья. Ну, такой цены в сторону моря с видом в Олимпийский парк. Ну, таких цен практически уже и нигде не осталось. Просто это вот большая площадь, в связи с этим такая доступная стоимость за квадратный метр. Если вас заинтересовало это предложение, связывайтесь со мной. Мои контакты будут в этом видео. Если у вас бюджет не позволяет приобрести данную квартиру менее этой суммы, то обращайтесь, подберем вам именно тот вариант, который вам подойдет по вашему бюджету. Ну, я с вами прощаюсь, увидимся в следующих видео. Всем хорошего настроения, всем пока!